Знаете, вообще идея экономии сил замечательная, потому что вы знаете, что она впервые высказана в замечательном исследовании Цыпфа «The principle of the least effort». Это попытка объяснить некоторые основные особенности употребления статистики слов в языке. А недавно я слышал доклад математика Манина, который подводил математическую базу, не знаю обо всех этих лингвистических изысканиях, под общий принцип, который француз-лингвист Мартине назвал «экономия де шанжмент фонетик», «экономия фонетических изменений». А наш русский лингвист Поливанов, увы, расстрелянный, увы, в книге «Марксизм и языкознание» в 1931 году написал статью «Лень как основной фактор человеческого языкового поведения». Действительно, по-видимому, все, что мы делаем, подчиняется лени. Это правда. Да? Но тогда вопрос такой. Почему очень просто сложить и менее просто вычитать? То есть не значит ли это, что мы предпочитаем что-то, что нам с вами просто более привычно складывать? Да? Для нас это противоречит некоторой нашей привычке.